Привет, бро! С тобой Воблер и 100 лайк за 3 секунды, если ты хоть раз в жизни видел поезд. Считаю. Раз, два, три. Молодец, дружище, что ты поставил лайк. Сегодня мы с тобой поиграем в игру Paint the Town Red. Карта называется «Метро». Я такой полицейский, захожу в метро, а здесь на меня бандиты устроили ловушку. Что, конечно, надо сделать полицейскому? Выжить. Конечно, сейчас будет много джема, и нам надо как-то пройти вперед. А ну, пацаны, смотри, я говорю, почему ты здесь пьешь? Нельзя вообще ничего распивать в метро. Они сразу говорят, ты коп, говорит, уходи отсюда. И драться лезет, ну все, получай, это целая банда, ребята, здесь. Мне надо всех прикончить. Кто следующий? Покажись. Здесь очень много вагонов, и что, мне надо со всеми драться? Это что за якудза какой-то? На, дерусь. Вырубил его. Получай. Все? Тишина, точно никто меня трогать не будет. Сидит, курит. Ты что здесь куришь в наушниках? Говорю, не кури. А ну, сейчас я сигарету, знаешь, куда затолкаю? На. Вырубил, ребята. Все нормально, это бандиты. На самом деле, они все в одной банде, в одной шайке. Так, беру стакан. Вот я... Ломик есть! Давай я пойду, типа, в другой вагон. На самом деле, здесь, в игре Paint the Town Red, надо перебить всех, и тогда ты проходишь карту. Мы, как бы, и будем этому следовать. Может, поочередно? Тут не показано, кто хороший, кто плохой. Сразу, смотри, встал в позу, на! Ломиком тебя! Кто следующий? Вот они, говорит. И ты кто такой? Джеки Чан какой-то. Драка началась. Да! Ты, давай, я каратэ пацан. Чё ты глаза закрываешь? Лови двоечку. Драться будешь? Ты с Воблером будешь драться? Но! Чё ты на часы смотришь? Блин, вы все тут такие, я знаю. И оказывается, что я сумасшедший. Нет, ребят, это бандиты. Они притворяются, что они хорошие. Уходи. А, кстати, у меня 50% хп. Беру топорик. Надо вырубить всех уже. Дащ! По ноге! Привет! Ты дыщ! Вырубаем всех! Так это какой-то цыган, это их босс, наверное. Смотри, золотая цепь у него. Вырубаем всех, да. Пошли, наверное, там еще возьмем ломик, топорик, что у нас есть. Следующий вагон. Так, тут я вижу уже бандиты вон с оружием стоят, смотри. Сразу они на меня нападают, ты видишь? Тыщ! Тот, кто не хочет нападать, он притворяется, что типа не при делах. На самом деле, смотри, уже с ножом! Да! Они все бандиты, блин! Я, видишь, никого не трогал, я хороший! Они пошли на меня, блин, у него нож. А мне как драться? Тыщ! Драка пошла, выдыщ. Чувак, ты в курсе, что сзади тебя чувак с ножом? У меня способность какая-то, ребята, зарядилась. Но, выдыщ, разлетелись все. Ха, теперь у меня нож. Дело в том, что у меня мало здоровья, а мне надо карту до конца пройти. Они живые! Надо было их вырубать сразу. Я их просто оглушил, получается. На, а он нож подобрал. Ну, я его, конечно, вообще размазал. Куда он делся? Это вампиры какие-то. Мало того, что бандиты, так они еще и вампиры, представляете? Кто следующий? Привет, офисные братья, я вас не трогаю, я прохожу дальше. А вот они, блин! Это что за серые воротнички? Ключ! Пусть они между собой дерутся. Привет, на, ключом тебе в глаз. А, он такой, спина! Спина болит. У тебя тоже спина болит, ему нос сломал. Тыщ, не трогай ты других. Они между собой дерутся. Вы что, идиоты? Я же вроде бы против вас. А вы теперь против себя. Ну вот, ты видишь, они реально не понимают, что творят. А что у него в руках? У него нож какой-то. А, у него то ли что-то разбитое, то ли стекляшка была. Надо 86 юнитов завалить. Я в шоке. Ну давай, переиграть уровень. Но это будет непросто. Есть какие-то двери, кнопки. Дайте мне ствол. Как я буду драться? Короче, я сейчас быстро пробегаю. Вот так вот пробегаю, беру ломик. И на, каждый, кто первый подходит. Да, сюда. Ты дышь.
Ты не видишь меня? Короче, тебя тоже, подруга, вырубаю. Вы все заодно. Я знаю. Я вас не буду трогать, а вы потом на меня нападете. Подащ! Уходи. Ты тоже странный чувак. Вампир, бандиты сзади стоит. Я ж тебя вроде бы прикончил, или это другой. Наушники надо. Ну что ж, давай врубим какую-то музычку крутую и буду валить всех под музыку. На! Блин, у меня что, закончилось оружие? Вблизи вообще бить не вариант. Смотри, ударил хорошо меня. Тыщ, 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 тыщ. Вот так я защищаюсь, а вот так я бью. Ну дай мне что-нибудь, чем я драться буду? 80 юнитов должен завалить. Ну стаканом буду бить. Что, вой? На, тыщ. Ха-ха. А чё я в руку сразу бью? Не хочу я в руку бить. Он злой. Я вот так вот буду. Короче, бегу сразу сюда к ломику. Так. Тамс. Отхожу. Видишь, они все на меня. Это чё? Прям поезд какой-то. Ой, он взял топорик. А ты тоже можешь брать предметы? Офигеть, топорика меня ударил. Минус 50% хп. Офигеть, дяденька. Ты вообще крутой. Пошел отсюда. Так у меня хп не осталось. Как я должен их перебить? Я вообще не понимаю, что это за карта безумная. Все, у меня хп нету. Просто нет. Есть где-то подлечиться аптека какая-то. Вот эта аптека, нет, это голова. Чувак, конечно, меня просто топориком вырубил. Жестко причем. Короче, а если я вот так вот просто побегу вперед? Я никого не трогаю, я бегу. Сколько их здесь? Сейчас вся толпа за мной погонит. А вот финал! Я финал! Я хочу выйти эту дверь! Спасите, помогите! Вот дверь, точно! Это выход! Или это в другой вагон? Пусть они между собой дерутся, я подожду. Все было бы неплохо, если бы... Ребята, здесь была аптека. Вот нету аптечки. А вдруг кто-то палец порежет? Я понял. И почему здесь ломаются предметы? Я хочу ломик взять и с ломиком одним... С бутылкой! Он опасный! Вырубил его. У меня есть какая-то способность, чтобы их оглушить, да? Включаю способность. Все, они упали. Подбираю ломик. Ты живой? Да, он живой. Отлично, вырубил. А он что-то взял. Офигеть, он что-то брал. То ли стакан он взял, то ли еще что-то. Сколько я там вагонов уже пробежал. Тут вообще толпа. Они сошли с ума. Они не поняли, с кем они имеют дело. Он опасный. У меня сила появилась. Так, их надо оглушать. Я попробую вот этих так вырубить. А дальше оглушить. Ай, что-то сломалось у меня. Топорик беру. На! Вырубил. Вот, он встал. Да тебя ж вынесли вроде бы. Видели, я по зубам ударил. Он живой? Сколько еще осталось врагов здесь? Я подхожу сюда. У них ножички, ребята, они опасные. Я вот так бью. Беру. И вырубаю быстро. Быстро, пока они лежат. Он живой! И этот живой! Блин, они все живые! Он с чем-то бежит. Он с ножом на меня накинулся. Офигеть, нож торчит. Не трожь нож. Офигеть, они крутые. Они еще как-то подскакивают. Он просто забаговал. У него костяха! Он реально вампир. Смотри. Я в шоке. Сколько их еще осталось? Где выход? Где моя остановка? Я всех перебил. Мне надо взять новое оружие, потому что это рано или поздно сломается. Это все вагоны. Где выход? Тут я видел какая-то дверь. Но... Я вышел! Опаньки! Ребята, метро! Чё, как вообще? Так, надо аптечку найти. Я не знаю, рельсы бью... А вот аптечка! Как подлечиться? Е!
О, аптечка немножко восстановила мне хп. Но это всего лишь половина. Отличная остановка. Это какая-то банда якудза. Вот они ходят, меня ищут. Просто не слепые какие-то. Вот, видишь, я же говорил, они меня ищут. Я не сошел с ума. Так это банда, может даже мексиканская мафия. Смотри, гоняются за мной. Надо поодиночку вырубать. Дамс. Отлично, у меня зарядилось оглушение, но ствола никакого нету. Вот он бежит. На, он... Что произошло? Он просто испарился. Он головой врезался в потолок. Его раскозявило. Привет, пацанчики. Как у вас дела? В рукопашку я не хочу драться. Побежал сюда. Вот они все за мной будут гоняться. Между собой деритесь, ребята. Я побежал вниз. Вот они. Привет, чувак, дайте мне что-нибудь. А вот я перехожу на другую станцию. Вот они тоже все сидят. О! Ай, сбитый прям на меня, чувак, гонится. Да что это такое? Это безумное метро. Здесь все аж сумасшедшие. Даже дворники. Здесь они все сбитыми, с ключами сидят. Ремонтники. Пацаны. Я просто хотел доехать домой. Я вообще никого не трогал. А на рельсах меня прибьет, если я стану? Не хочу пробовать. Как я должен с ними драться, я пока что не понимаю. Вот чувак бежит с битой. На! Мне страшно. Короче, вот так вот возьму, пробегу. Привет, пацаны! Все вставайте! У него вообще молоток в руках! Меч! Опа, опа! Что, куда я забежал? Они сюда не доберутся, наверное. Или доберутся. Ха! У меня ствол! Чуваки, вы в курсе, что я сейчас вас всех прикончу? Безумие, чисто случайно сюда забежал, мне повезло. Надо на улицу выбежать. А ну, кто следующий? Они между собой будут драться. Одна пуля, один труп. Надо экономно использовать. У него меч якудзы! Это же вообще самое жесткое оружие здесь. Так, бью. Экономненько. О, офигеть, он из-за колонны выскочил. Бадамс. Ну, меч якудзы это вообще жесткое оружие. Мне даже подписчики писали в комментариях. Это бесконечные пули или конечные? Они живые, просто не попадали. Так надо иногда оглядываться. Он тоже живой. Берсерк готов, мне сказали. Или что там было написано? Ну, мне не сильно нравится этот берсерк. Так, пошли дальше. Не буду в рукопашную, потому что я сюда могу и не дойти, ребят. Пацаны, это что? Вы в ряд идете прям за мной? Паданс. Бесконечные пули. Ладно, буду вот так палить по вам. Но и воблер разошелся. Пач. Подачь, пач. Я вижу, что у меня бесконечные пули, потому я могу здесь веселиться. Они реально безумные. Они притворяются обычными людьми, на самом деле это необычное. Надеюсь, сзади на меня никто не нападет. Вот здесь кто-то был в пешеходном переходе. Вот он, видишь, из-за угла. Иди отсюда, ты тоже плохой, я знаю, ты не музыкант. Не ври. У тебя щит какой-то был. Вот тут они были. А вот они дерутся. Пацаны, как дела? Да я вообще вам ничего не сделал. Это ремонтник, ребята. Ему отстрелил руку или ногу. Привет, пацаны. Как дела у вас? Воблер всех покрошит. Безумное метро вампиров. Вампиры, они же ночью, ребята, живут. Они друг друга кусают. Они такие голодные, что готовы друг друга укусить. Можно было его под поезд, конечно, ногой пнуть. Бросок, пинок, кью. Кью, пинок. На! Тыщ. Ну, пинок тоже нормально, я обычно дерусь. Я не буду туда вылазить, потому что меня поезд собьет. Он живой! Пошли дальше.
Вот здесь обычно кто-то может выпрыгнуть из-за угла. Надо быть очень осторожным. Еще один вагон остался. Ну та, 80 юнитов. Прикинь, да. Привет, пацаны. Я знаю, что вы не люди, вы вампиры. А я истребитель вампиров. У меня заканчиваются пули, оказывается. А я-то думал, что не заканчиваются. Ну там еще одна эмочка была. Они живые. Блин, они реально живые. А почему он был как бы не живой, я не понимаю. Что здесь? Туалет какой-то. Давай наверх залезу. Тут еще одна эмка есть. Заряженная. Я думаю, что этой эмки мне будет достаточно, чтобы перебить всю вражескую команду вампиров. Покажитесь. Они вот рубятся. Как у вас дела? Они друг друга сами завалят. Такая сила у меня удара большая, что они просто втроем упали. Их оглушило или что произошло? Они притворяются, что они друг против друга воюют. О, 9 юнитов осталось. 9 врагов. Вампиров. Вот сидят такие. Полицейские вампиры и у одного шокер. Давай с шокером. Ага, пули не пробивают стекло. Я понял, надо быть аккуратным, а то они сейчас меня как шокернут. Пацаны, как дела? Что, что такое? Вы держите бандита? В плену? Я же знаю, что вы плохие, не притворяйтесь. Ладно, пусть сидят. Вот эта банда... Вот, вот! Ты еще раз летелся! Ладно, я их всех сейчас вырубаю, они все плохие. Сзади есть кто-то? 6 осталось. Шокер у них. Вот один был привязан. А он живой! Почему они сразу не встают? Они почему-то падают. Типа лежат. А потом сзади могут напасть. Привет, пацаны. Как у вас день прошел? Да я просто хотел спросить, как день прошел. Я не хотел вас убивать на самом деле. Пошли отсюда. 3 врага осталось. 1. Ты последний вампир. Он очень злой. Он за мной гонится. Это граф Дракула. Представляешь, если сейчас я на последнем юните сольюсь. Я с тобой в рукопашную разберусь. Давай, иди сюда. Где он? Как выбросить оружие? Джи. Давай. О, офигеть, так нечестно. У него в руках кастет или какая-то фигня. Чувак, так нечестно. Я же выбросил оружие, ты тоже выбрось. Давай будем играть по-честному. Не хочет он по-честному. Сейчас, ребята, подниму ствол. Хотел в рукопашку его вырубить. Брось! Брось свое оружие, я тебя оставлю в живых! Понятно. В говняху, прощайся. Ха-ха-ха. Ребята, всех переколбасил. Блин, если бы я случайно не убежал и не нашел здесь 2 ствола, я думаю, что явно бы я не прошел этот уровень. Безумная армия вампиров в метро. Я всех вырубил. Ты тоже забаговал? Смотри, застрял. Что с тобой, дружище? Идите к выходу с уровня. Где выход? А вот выход! Спасите! Да, я прошел, ребята! Уровень пройден. 14 минут. Карта большая и прикольная. Ну что ж, бро, с тобой был Воблер, игра Paint the Town Red. Мы зачистили метро от вампиров и встретимся уже с тобой в следующем ролике. Пока.